Александр Рубель, эстонский серийный убийца. Получил прозвище «бензоманьяк». Александр Андреевич Рубель родился 25 декабря 1980 года в Украинской ССР. Во время совершения преступлений был в состоянии опьянения бензином. 19 сентября 1997 года убил Тыну Пылда, 52 года рождения, соседа-инвалида. По словам Рубеля, он по непонятным причинам должен был тогда убить кого-нибудь и выбрал Пылда, потому что он был инвалидом и не мог оказать сопротивление. 7 ноября того же года второй жертвой Рубеля стал Алексей Павлов, родившийся в 1963 году. Соучастником был отец Александра Андрей. Согласно его показаниям, Андрей Рубель думал, что Павлов состоял в интимной связи с его женой. Павлова отправили в пустую комнату в доме, где он был задушен и выброшен из окна третьего этажа. Впоследствии Рубель-старший был приговорен к 7 годам лишения свободы. Между 22 и 24 января 1998 года Рубль зарезал ножом Евгения Шелеста, 1947 года рождения, на пляже Строуми. 2 февраля 1998 года Рубль убил и обезглавил топором случайного прохожего Владимира Иванова, родившегося в 1954 году. Рубль убил его после того, как попросил у Владимира сигарету и 5 крон на бензин. 9 февраля того же года он убил Ольгу Воронкову, родившуюся в 1944 году. По некоторым данным, где-то между 28 февраля и 1 марта 1998 года в своем доме был убит Владимир Кинзерский, 1944 года рождения. Установить причастность Рубеля к данному эпизоду не удалось, хотя в ходе предварительного следствия Рубль признался в совершении 7 убийств. 4 июня 1998 года Рубль убил 15-летнюю Алису Сивас, родившуюся 22 февраля 1983 года в Палья-Сааре, перерезав ей горло. Прокурор Хинге Брандт потребовал признать Александра виновным в совершении 6 убийств и назначить для него наказание в виде 8 лет лишения свободы, поскольку Рубль был несовершеннолетним во время серии убийств. На суде Рубль угрожал убить прокурора и сказал, что хочет создать свое собственное кладбище. Таллинский суд приговорил Александра Рубеля к 8 годам лишения свободы. 8 июня 2006 года Рубеля освободили из Тартусской тюрьмы. В 2007 году, сменив имя и фамилию, он выехал на территорию Украины. Сейчас ему 43 года.